Доброго здоров'я! Ми знову на політичній кухні АТВ. Партнер програми «Мебрі Фокс», партнер показу «Ас Пиво». У нас в гостях сьогодні Вадим Вікторович Лисий, котрий очолює федерацію, обласну федерацію автоспорту і є директором комунального підприємства «Сумикомунінвест», а ще депутатом міської ради. Вадим Лисий народився 22 серпня 1983 року в місті Суми. У 2000 році вступив до Сумського національного аграрного університету на факультет правознавства. У 2003-му закінчив його та отримав кваліфікацію юриста молодшого спеціаліста. З 2003 по 2005 навчається у СНАУ на факультеті менеджменту організацій. Після закінчення отримав спеціальність економіста-організатора. З 2008 по 2011 – директор Центру матері та дитини «Тонус». У 2005-му створив та очолив Федерацію автоспорту Сумщини. З 2010-го – депутат Сумської міської ради, член комісії СМР з питань комунальної власності. З 2011-го по теперішній час – директор комунального підприємства СМР «Сумикомунінвест». У 2011 році створив та очолив місцевий осередок Автомобільної федерації України в Сумській області. З листопада 2013 року обраний головою Всеукраїнського комітету з гонок на прискорення Автомобільної федерації України ФАУ. У 2012 році створив в місті Суми школу водійської майстерності «Віртуоз». Одружений, має двох доньок – 10 та 3 років. Вітаємо вас! Вітаємо вас! Вітаємо! Що ми будемо готувати? Що сьогодні будемо робити? Банально олів'є. Олів'є. Є пропозиція приготувати олів'є, так як без цього блюда, мабуть, не обходиться ні один стіл української сім'ї, ні один праздник. Ну, по бідності олів'є – це завжди найкраще блюдо. Як і селедка під шубою. Чую себе по бідності. Я думаю, олів'є кушають всі соціальні слої нашого общества. Ну так, так, так. С чего начинаем? Какой у нас рецепт, да? Что мы делаем? Рецепт у нас самый банальный, как говорят, перемешать как можно больше ингредиентов и получить самое вкусное блюдо. Естественно, на нам необходим, да, на выходе и на входе. Естественно, нам необходим горошек. Так. Огурчики. Огурчики. Красивенькие такие. Огурчики в любом виде украинский народ и украинские мужчины полюбляют в любом виде эти огурчики. За кусочек. Да. И до, и после. И во время, самое главное. Так. Конечно, давайте, наверное, поставим водичку. Да, картошечку варится, и да? Славим картошку. Да, начинаем. Так, Сан Саныч, да. Водичку. Значит, мы сюда кладем картошечку. Ага. Вот. Ну, у нас предварительно она уже помыта. Да. Без ГМО, да. Без ГМО проверено. Без ГМО, да? Хорошо, хорошо. Нам просто лыба стоит сзади. Все. Заливаем водичкой картошечку и теперь, наверное, сразу мы поставим и яйца. Совершенно верно. Давайте поставим сразу яйца. Они так, да. Они в холодильнике. Яйца куриные. Достаем. Проверим, да. Чтобы без ГМО было. Проверим. Проверим после, в процессе, да, в процессе. Так, признавайтесь, оливье – это блюдо из детства, да? Мама готовила такое, естественно. Наверное, оливье – это блюдо из жизни. Всю жизнь со мной, да? Вот сопровождает, ну, наверное, не знаю, любого человека, но, по крайней мере, меня точно сопровождает всю жизнь. В детстве готовила, прабабушка, бабушка, потом мама постарше готовила, сейчас там супруга, теща готовит. Но традиционное оливье, которое было на столах, наверное, с начала независимости Украины, его нельзя менять. Это история, это вкус, который запомнится на всю жизнь. Хотя французский повар, насколько я помню, до революции изобревший, изобрел салат этот, он бы упал в обморок от того салата, который мы называем оливье. Но мы не французы, мы украинцы. Так, расскажите, как вообще проходило ваше детство? Вы меня почему-то ассоциируетесь там с детством, с молодостью. Наверное, потому что вы самый молодой депутат, мне кажется, в горсовете. Не самый молодой, но один из молодых. Да, да. Действительно, вот в свои 30 лет являюсь депутатом городского совета, являюсь директором коммунального предприятия.
И, в принципе, горжусь и передаю уже эту гордость своим детям, своих спортивных достижений. Потому как в спорте все равно, я уже, ну, не то что ветеран, но, по крайней мере, не в юных годах спортивной своей, скажем, карьеры. И вот те медали, те кубки, которые стоят дома, вот приятно сейчас детям это показывать и гордиться этим. И вот для этого, наверное, человек живет, для воспоминаний, для того, чтобы рассказать потом своим потомкам, чем ты прожил. А как начал спортом заниматься, вот автоспортом? Для меня, как бы, прежде чем начать автоспорт, там заниматься или в самом начале надо разбить, я не знаю, сколько машин. Тем более экстремальным, таким, как ты занимаешься. Ну, конечно, действительно, не без этого. Сказать, что, в принципе, не было там крэш-тестов или чего-то, естественно, были, естественно, сталкивались, но, слава богу, они заканчивались все минимальными повреждениями, как для здоровья, так и для техники. А как родители реагировали на это все? Родители переживали, и вот где-то даже иногда и скрывал от мамы, что уезжал на соревнования, потому как, вот, знаете, как вплоть до того, что не отпускала там. Куда? Какие гонки, какие соревнования, ты шо? Ну потом, когда приезжаешь там с кубком, с медалью, с грамотой, то знаете, как вот переживание отходит, но гордость выходит. Гордость. Да, естественно. Ну, как любая мать, переживает за себя. А сейчас, как папа уже, вы понимаете эти переживания? Да, я, если честно, вот задумаюсь о том, что старшая дочка растет, и вот еще там, скажем так, 7 лет и права уже получает, и надо же учить раньше. И тяга к карбюратору чувствуется, да? И тяга педали газа. Тяга к рулю уже есть. Ну, у вас две девчонки, да? Да, у меня две девочки, старшая 10 лет в Мирославе, Эмилии 3,5 годика. Я думаю, что у той, что у той, гены передались. Штурвал в руках. Рулить любят, вот знали, как и младшая уже садится, где-то выезжает там на автодром, говорю, хочешь порулить? Садится между ног. Страшный человек. Садится между ног и рулит. И причем вот с каждым разом я вижу, что у нее все, перехват руля правильный, все уже начинается спортивные задатки. Так во сколько начал заниматься? И что послужило вот тем толчком, что... Все начиналось... Банально, как любой мужчина, который приближается к 18-летнему возрасту, хотел получить права и ездить на машине. Машина, естественно, была там у отца машина, Жигули семерка, у брата была там, вот подарили ему тоже немножко постарше, и хотелось ездить. Ну как, без прав же нельзя ездить. И приходилось, ну так, откровенно говорю, наверное, уже ездил и по братам правам. По дворам ездил и по братам правам, уже много лет прошло, уже, знаете, как не накажут. Истечение срока давности уже не накажут. Первый раз сел за руль 12 лет. Где-то за городом, там, в селах отец учил водить сына. Та время была у нас такая, вот, как сейчас помню, отечественную Таврию производство. Почему? Потому что она маленькая. Для детей ты садишься, как в своей машине. Вот, это воспоминание, вот прошло уже 18 лет, это воспоминание до сих пор у меня вот где-то здесь, о том, как удобно в Таврии ездить. То есть, у меня Таврия одна из авторитетных автомобилей, которая сейчас существует. Естественно, учился и к своим там, 16 годам я ездил на машине очень хорошо, правила дорожного движения знал. В 17 лет закончил автомобильную школу, и вот уже были права, там еще нет, было 18 лет. А потом не хватило экстрима. Ну, потом, знаете, как переросло все очень плавно, начиналось все банально. Такой промежуток времени, выход американской культуры в наши слоя населения, тех фильмов и все остальное показывало, что все-таки ты в потоке должен выделяться автомобильным. То есть, как выделить свой автомобиль? Жигули семерка была мне 18 лет, и хотелось, поставил диски там, литые диски, там где-то их искал, с Харькова ездил, привозил эти диски, там чехлы на сиденье. То есть, хотелось как-то... Там вес, обвес, форс положено. Это сейчас обвес, это даже раньше не было. Да? Диски, это уже было. Это да, ты, да. Машина на дисках, это просто была, знаете, иномарка, назовем так. Жигули на дисках, иномарка. Первый парень на деревне. Естественно, когда уже на этой машине пытаешься выделиться, то хочется стать немножко мощнее. То есть тогда уже спустя годы начали задумываться о каких-то там спортивных карбюраторах, распредвалах спортивных, там подтачивать что-то. То есть выхлопные трубы, это все постепенно. Но... Мужчина, я предлагаю в процессе, давайте что-то резать. Как вы к этому отнесетесь? В принципе, мы не против. Например, колбасу. Дело в том, что когда мужчины начинают говорить о автомобилях, они забывают про все на свете. Да. В том числе и про женщин. Да. О автомобилях могу говорить часами. И про политику забывает, и про все на свете. Это я могу подтвердить. Колбасу. Колбаса. Окей. Что еще? Все, пока здесь вот огурчики и колбаса. Да? То есть их тоже режем, да? Огурчики, да, конечно. Вот, я огурчиками займусь. Порезом огурчиков. Да, вот, сразу видно мужчину, да? Займусь огурчиками. Конечно, потому что можно и попробовать. Как добрались до таких высоких должностей, как глава Федерации автоспорта Сумщины?
Как это случилось вообще? Случилось все очень давно. 2004 год. Объединение автомобилистов, которые хотели как-то все-таки узаконить свои желания проведения соревнований, автомобильные какие-то желания, переросло в объединение Сумской стрит-рейсинг клуб. Так. Это 2004 год. Первое соревнование Федерация автоспорта Сумщины провела в 2005 году. То есть фактически, практически 10 лет назад, вот скоро будем праздновать. Это юбилей, да? Сумской, был Сумской аэропорт наш. Да. Собралось, если не ошибаюсь, 12 тысяч зрителей. Ого. То есть 12 тысяч людей в 2005 году собрать, ну это только, наверное, на площади могли собрать. Да, 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 да. Только в хоккей играют настоящие мужчины. У вас в автоспорт тоже ездят настоящие мужчины. Но я знаю, что у вас вот буквально в конце прошлого года появилась еще одна должность. Расскажите про нее. Должность в автоспорте, да, действительно. А ну-ка. А ну-ка. Причем вы, по-моему, первый сумчанин, который... Украинскую Федерацию. Нет. Попали, да, попали. Каким образом? Сколько это стоит? Признаюсь честно, это стоит 8 лет усилий. Нервы. Работы всего коллектива Федерации автоспорта Сумщины стоит гораздо бессонные ночи и нервные глаза. Но это стоило того, потому как в начале, вот в конце прошлого года меня избрали головой комитета, всеукраинского комитета с гонок на ускорение. То есть я считаю, для Сумщины это большое достижение, естественно, как и для меня лично. А как так получилось, что гонщик со стажем возглавил предприятие, которое думает о наших парках? Как так? Да, очень интересненько так. Меня называют директор детского парка. На самом деле, у коммунального предприятия «Сумы Коммунвест» немножко более широкий спектр деятельности, нежели только детский парк. Но детский парк, по моему убеждению, он является одним из основных. Почему? Потому как... это история не только нашего города, это детский парк, сказка, это история всей страны. Если вы помните, наш код и наша крепость стояла на заставке программы «Время» в Советском Союзе. Да. То есть Михаил Афанасьевич Лушпат сделал для нас такой плацдарм для работы, для наших детей. Мне, допустим, сейчас очень, я горжусь этим, я смотрю, как многие сумчане приходят в детский парк и фотографируются на эти пушки, на крепости восстановленные. Да, да. Либо на местах, где даже у меня сейчас есть фотографии, когда я сидел там на руках у этого принца, и сейчас смотрю, уже свою дочку сажу и рядом ставим фотографии. Но вы когда пришли, какое состояние было в парк? Ну, признаться честно, конечно, вандализм, который существует, к сожалению, в наших славянских нациях, и он искореним только спустя поколение. Мы должны воспитать уже будущее поколение в красоте. Вот мне старого говорят, а смысл там чинить скульптуры каждый год? А смысл что делать? Я говорю, дети должны приходить в детский парк и видеть красоту. Конечно. Если они будут видеть разруху, они будут воспринимать это как норму, как нормально. Мы должны показать, что все-таки норма – это красота, это чистота, это порядок. Естественно, придя в детский парк, я увидел, ну, как минимум, не то, что непорядок, но было над чем работать. То есть огромный плацдарм для работы, и считаю своей большой заслугой, такой бюрократической, это написание, утверждение программы развития и реконструкции детского парка «Сказка» на 2012-2015 года, которую утвердили на сессии Мирской Рады. Насколько она в полном объеме выполнялась? На сегодняшний день, естественно, она не выполнилась в полном объеме, потому как там бюджет этой программы порядка 15 миллионов. Угу. То есть я адекватный человек, адекватный депутат, я понимаю, что есть гораздо важнее факты, там крыши у людей, которые невозможно жить, конечно, подъезды, нежели там развлечения, адекватно. Но за счет инвестиций, за счет привлечения инвесторов возможно выполнить эту программу, и мы ее выполняем. Достаточно. Это и открытие новых аттракционов. То есть для сравнения, вот тот автодром, который в детском парке открыли, он там стоит порядка миллиона гривен, да, то есть и новый, который планировалось такой открыть. Естественно, в бюджете этих денег не будет. Ну, кто сейчас скажет, там, давайте в детский парк купим за бюджетные деньги аттракцион. Ну, скажут, вы издеваетесь, тут крыши, дороги не ремонтированы внутри квартальные. Ну, автодром в парке. Не-не, это совпадение, это совпадение. Естественно, порядка 15 аттракционов появилось новых за вот эти последние два года, которые я возглавляю детским парком. У нас стояли разрушенные крепости в детском парке. Их восстановить за бюджетные средства – это около 2 миллионов гривен. То есть восстановить, естественно, денег не было, и надо было что-то с ним сделать. Привлечение инвесторов позволило сейчас
иметь уже восстановленную маленькую крепость, хотя никто этому не верил, что крепость будет восстановлена. Сейчас в следующем году будет большая крепость восстановлена. И этот тандем вместе с расчисткой озер и с лебедями оживет и действительно привлечет еще большее количество людей для отдыха. Потому как я считаю, уверен, что парк должен служить, детский парк, сказка, должен служить не коммерческой зоной, где люди прийти и должны тратить деньги, а просто зоной отдыха. То, что вам мэр Сумды доверил коммунальное предприятие, это все-таки серьезно, несмотря на ваш молодой возраст. Как у вас отношения с градоначальником складываются? Я к Геннадию Николаевичу отношусь с огромным уважением, как к градоначальнику, потому как его стиль руководства, ну, я на себе ощутил, как его подчиненный, как директор коммунального предприятия, его стиль руководства, ну, современен, можно так назвать. Вот те подходы, которые он ищет, и те методы, ну, признаться честно, иногда, естественно, ты их пытаешься критиковать, откровенно говорю, где-то не понимаешь, думаешь, а зачем так, может так было лучше, а может все-таки вот это неправильное решение и так. С другой стороны, когда проходит время, а история все-таки, и время это наш лучший историк, и оно покажет, знаете, кто где, да, кто да, не да, хотел да, называться, да, да, весна да, покажет. Поэтому, весна. Когда время проходит, ты понимаешь, что результат очень важен. В будущем самая главная задача моя, это, естественно, привлечение новых аттракционов и запуск лебедей и расчистка озер. Это вот моя мечта такая, чтобы лебеди в детском парке начали плавать снова, и все желающие могли прийти на травку, сесть возле озер, взять с собой пикник, так называемый, еду. Идеальная картина. Всей семьей кормить лебедей и просто отдыхать, не платя за это деньги. Вот это самое. Колитесь, девчонки рыбу. Ваши бесплатно катаются на качелях? Нет, конечно, нет. Но признаться честно, меня даже, если честно, где-то в этом коллектив мой, говорит, вы директор предприятия, ну что вы там, это, ну вот, никогда не был жадным к деньгам, и деньги воспринимаю как просто там бумажкой, средства для существования. Естественно, как любой нормальный человек, пытаешься, чтобы их было больше, работаешь, трудишься, но это не фобия какая-то там, которая, знаете, вот под подушку где-то, это всегда умел жить по средствам. Нет, по средствам никогда не умел жить, да, честно докажу. Всегда умел, и вот много лет живу по американской системе, в кредит. То есть прямо как и большинство украинцев. А это нормальное явление. Все Соединенные Штаты живут в кредит. Если бы еще проценты, да, как Соединенные Штаты. Ставки. А вот это уже, знаете, как умение. Ты можешь откладывать полжизни на это и потом купить. А ты можешь купить и полжизни за это выплачивать. То есть ты получишь результат сейчас. Поэтому я не агитирую никто из кредитных установок. Но факт самого психологии, самой жизни, мне он уже мною пройден давно. Мне тяжело, мне вот то, что в кармане, а то как бы оно и мое, а то, которое я кому-то должен отдавать, это тяжело привыкнуть к этому. Кстати, в парке в озерах рыба ловится? Раньше была рыба. Значит, раньше там какие-то карасики все время с удочками ходили. Есть рыбаки, мы их просим не рыбачить. Объясню по каким причинам. Они рыбачат, за этим просить невозможно, потом приходят в 6 утра, ну да, и рыбачат. Мы в этом году попросили предпринимателей, которые крепостя, мы там помогли, мы запустили эту рыбу, чтобы она ряску ела. Потому как есть природа, которая, ну, скажем, ну, да, природа, да, да, которая, да, вот да, она ест ряску. Толстолобика запустили, я не буду врать, то ли сколько количества запустили, но большое количество. Их, и рыбаки начали, уп, смотрят, толстолоб пошел. По району клич пошел, там уже очередь выстраивается за это. Мы гоняем, да подождите, хай хоть подрастет, чуть-чуть ляску поест, и потом же будет, ну, они же должны, как говорят. Поэтому рыба есть, рыбу ловить нельзя в детском парке. Вот как работает в депутатском корпусе, как оцениваешь его? Сравнить-то не с чем особо. Продуктивный, но все равно. Ну, как можно оценить? Могу сказать, что, в принципе, по моему убеждению, политика – это возможность договориться. То есть, в любом случае, встречать, как у нас два украинца, три гетьмана. Это вот, да. К сожалению, эту логику, эту ментальность нашу мы будем перебивать поколение. Вот я сейчас понимаю, в своем молодом возрасте, там, в 33-м я понимаю, что лучше сесть договориться, пойти где-то на уступок, но в итоге получить, скажем, результат в оконцовке, чем сейчас упереться и не иметь никакого результата. Никакого. Это мнение относительно событий, которые сейчас происходят в Киеве? Ну, это не мнение относительно событий, это мнение относительно городского совета. Да? Мнение относительно... Ну, сесть и договориться, как бы, этот принцип. Ну, мнение относительно событий, коль вы уже задали такой вопрос, в любом случае он следовало задаваться. Я противник применения силы, что с одной, что с другой стороны. Объясню по каким причинам, просто по элементарным, которые волнуют, наверное, всех украинцев.
Политика политикой, но не дай бог прольется кровь, не дай бог... Уже. Поверьте, семьям этих людей будет все равно, какие фамилии, какие политические взгляды, какие что. Вот это самое важное. Потому что проходит время, мы можем становиться, знаете как, отстаивать одну точку зрения, либо другую, либо третью, но жизнь человека ничего не вернет. И это очень важно, это мы должны понимать. То, что как вот, и здоровье. Естественно, то, что вот смотрели, происходит там, там в Египте или где-то в других странах, ну, и сейчас смотрю, что применение силы пошло, и вот палят автобусы, все-все-все. Ну, страшно. Я не хочу вникать вот в политику, но просто, знаете как, действительно, жизнь и здоровье человека – это самое важное достояние, ценность, которое нам Богом дано, и мы не должны им вот просто пренебрегать и разбрасываться. Ну, а вот эта вот знаменитая фраза Геннадия Михайловича, что кому младше 35, вы, кстати, попадаете еще в эту категорию, стоит уезжать из страны, там строить свое будущее. Вы как? У меня мой кум, он крестил мою старшую дочь, он живет в Канаде. Он уехал на ПМЖ в Канаду. Uh-huh. Сначала как студент аграрного, он работал в Англии, там, зарабатывал на этих помидорах, там, клубники, как бы. Ну, как все, в принципе, как большинство тысячи студентов аграрного. Профессором его туда не приглашали, это мы понимаем. То есть он как бы работал, он приехал, говорит, побыл здесь там год. Он говорит, Вадим, я уже мыслю по-другому не могу. Сейчас он уехал в Канаду, буквально перед Новым годом я его поздравлял, с днем рождения у него было. И он говорит, ты знаешь, уже живем здесь, уже там ребенок канадец родился, он уже канадец. Он совсем мыслит по-другому. Вот я его понять не могу. Почему? Потому как я люблю свой родной город, я люблю Украину. Вот, язык. Да, естественно, ездя по Европе либо в другие страны, я смотрю, понимаю, пытаюсь питать их культуру, пытаюсь насладиться какими-то достопримечательностями, но всегда хочется домой. Всегда тянет домой и вот это... Туда как в гости. В гостях хорошо, говорят, а дома лучше, да? Чувство ностальгии или как-то назад... А дома борщ. Да, и это тоже. Есть такая пословица, да, кто же, если не мы. Поэтому вот уезжать за границу – это самый слабый выбор. Вот если вернуться к гонкам, да, вернуться к автоспорту. Наш теперь уже бывший губернатор Юрий Павлович Шмырь, сейчас который замглавы администрации президента, тоже любитель скорости. Он как-то помогал? Экстремал. Да, экстремал. Помогал вашему делу? Находили общий язык? Да. Встречались на соревнованиях как-то? Нет, конечно. Дело в том, что Юрий Павлович, по моему убеждению, как человек, мной ценится очень позитивно, очень на высоком уровне, потому как вот знаете, у человека дано человеческое качество. И он потом их реализует в политике, где-то в хозяйственной деятельности, либо кого-то в бизнесе. То есть, не имея этих человеческих качеств, ты не реализуешься. Ты будешь где-то вот на средних ролях. Поэтому однозначно Юрий Павлович, у него человеческие качества очень большие. И он как губернатор, будучи губернатором, он как спортсмен помогал однозначно развитию автоспорта. И самым главным большим достижением, откровенно могу сказать, его заслуги, конечно, это заслуга всей автомобильной спильноты Федерации автоспорта, но прежде всего, если бы не его желание здесь помочь, у нас бы сейчас в области не функционировала детская областная спортивная школа технического вида спорта. Действительно, технику с миру по нитке называется, помогают нам очень хорошо, помогают, допустим, помог Игорь Молоток, купил картинг, помог еще один предприниматель, который купил, подарил детям картинг. Это важно, потому как техника картинга должна стоить еще удовольствие. Если родители не смогут купить. Ну понятно, все, понятно. Даже в складчину. Даже конечно, в складчину. Конечно. Но, когда есть в детской школе есть картинг, на котором все дети могут тренироваться, это развитие. Результат какой? Мы детей забрали с улиц. Мы детей научили держать гаечный ключ в руках. Ведь у нас, знаете, как была такая шутка, я учился на юриста, и у нас была шутка, говорит, в суммах 300 тысяч населения, 250 тысяч из них хотят стать юристами. Вот, знаете, а половина экономистами вторая. 100% это вот все юристы и экономисты. А возьми там отвертку или гаечный ключ сейчас попроси, там, говорит, господи, что с ней делать? Что такое на 17? Что такое на 17? Вот да? Найти сейчас там сварщика найти, либо какого-то там токаря найти сейчас, это просто на нее золото. И мы сейчас пропустили вот тот плацдарм времени, который, мы сейчас будет недостаток вот таких специалистов, технических. А что же вы в юристы пошли? Я тоже попал в этот промежуток времени, когда нужно было быть юристом. Когда нужно было экономистом и юристом, да. Ну, если честно, я... По профессии работали хоть день? Однозначно, я по профессии работал и до получения профессии. Ага. Но она и помогает сейчас. Бухгалтерия центра там, мать ребенка, я считал с 19 лет с закрытыми глазами там дебет скорее там свести. Скажи, пожалуйста, а вот для автоспорта важна физическая как бы подготовка, физическая составляющая спортсмена, да? Вот, нужно себя держать.
когда ты сидишь в автомобиле за рулем и длительный промежуток времени, это не то, что испытание. В машине весенний, там, летний период до 40-50 градусов жары. Костюм. В амуниции такой там, которая весит сама по себе, то есть этот противопожарный комбез, там шлем, подшлемники, это ну, просто физически не очень тяжело выносить. Естественно, напрягаясь, вся мышечная масса напрягается, имея плохую форму, ты не сможешь нормально выступать и забывать результат, потому что просто быстро выдохнешься. А когда подходит время отпуска, опять садитесь за руль, да? Ну, всегда была мечта, вот никак ее не осуществлю, признаюсь честно, хочу на машине поехать по Европе, вот именно на машине. На самолете, да. Супруга говорит, только самолеты, потому как быстро. 2 часа сел, ты уже там. Ты уже там. И взял машину на прокат и ездишь. А мне так хочется вот за рулем, на машине, поехать по украинским дорогам, которые сейчас с Киева валю хорошие. Быстрее поехать по Украине. С Киева валю. Главное Полтавщину проехать. Да, ну, мы едем через Киев, поэтому, знаете. Ну, по направлению Киева, Полтавщину проехать, а там уже все. Пирятин, Ровны, они всегда эти там 100 километров были. Серьезные испытания. Даже не для мастера спорта по экстремальному вождению. Тяжело. Скажи, а ты вот для того, чтобы держать себя в форме, ты бегаешь, занимаешься как-то каким-то спортом, я не знаю. Имею разряд по футболу. Футбол, то есть в принципе футбол. Часто играешь? Получается. Последний год, честно, всего раз в неделю, и мне этого мало. Вот я себя за это корю, знаете, набираю где-то вес, там жена говорит, так, все-таки, ты же мужчиной стал, там уже где-то можно посмотреть, что там. Авторитет появляется. Авторитет, скоро галстук будет лежать у тебя вот так. И руль можно держать, да? Поэтому я себя однозначно за это корю, потому как раз в неделю мне футбола недостаточно. Но не хватает времени. Нехватка времени, действительно, вот разнонаправленность направлений забирает, вы же поймите, любое из направлений требует колоссального времени, колоссальных мыслей. И знаете, мне зовут, а когда у тебя там рабочий день? Я говорю, а у меня рабочий день 24 часа в сутки. Я могу вчера вечером взял, там ночью специально поехал в парк, мне надо было все-таки посмотреть, как функционирует там, допустим, охрана. Как-то. То есть это элементарные вещи, но это там час времени надо было уделить, допустим. Там вечером надо сделать документы там. То есть вы дотошный директор, да, не даете отдохнуть людям? А по-другому никак. Ночью можете приехать. Сделай, пока ты сам не сделаешь, не проконтролируешь, все равно ты не будешь уверен в супрозрачном результате. Я считаю, что все равно директор это тот, который сумел наладить процесс, либо руководитель. То есть не сам делает, но сумел наладить процесс. Но ты должен поверхностно все понимать. Если тебе задают, мне сейчас задают вопрос какой-то по техническому регламенту в гонках на ускорение, я дотошно вам не скажу, сколько должен резьба быть такая или сколько защита должна быть картера. Если это специалисты у нас, там, представители технического комитета, профессионалы, но я вам могу сказать, что должно быть вот так, вот так, вот так. Но представление есть, да, я понимаю, как должно быть правильное направление. А уже внутри технические составляющие. Ну да, для этого должен специалист. То же самое здесь. Нельзя на себя зацикливать все функции. Мне кажется, уже все картошечка. А сколько лебедей будет, скажу. Да, в парке. Все-таки упирается в этот драгланер и расчистку озер. Вот когда мы расчистим озера, когда сделаем травку и сделаем клумбу возле озера, лебеди сразу появятся. Главное людям рассказать, что лебеди это не гуси. У них мясо не такое. Саш, вы недооцениваете сумчан. Нельзя. Это даже где-то несерьезно и не солидно. Ну, на самом деле, действительно, я бы хотел к всем сумчанам обратиться и попросить беречь детский парк «Сказка», потому как это достояние всех сумчан. Мы полностью присоединяемся. Да. Неважно, какая будет там фамилия директора, там лысый директор парка детского, или завтра его новый петух. Голый! Это парк, значит, называется всех сумчан. И могу, извиняюсь, могу изюминком сказать. Вот, секретик? Секретик. Интересно. Давайте. Есть в детском парке лицо парка. Это вот крепости, которые, я повторюсь сейчас, они маленькая крепость восстановлена, большая будет восстановлена, она уже, знаете, как заживет. Вот тандем это через годик он заживет новой жизнью. И есть лицо, это наш кот, который кланялся шляпой, знаете, как. Конечно, это визитная карточка. Это визитная карточка всего города. Да, вот да, приезжая, да, в Москву, приезжая в Москву на выставку уже на современную, я находил фотографии этого кота. То есть вот на буклетах где-то на рекламных, подождите, стоп, это же наш же сумской кот. В Москве на выставке. Там парковых хозяйств. Это очень важно. И у меня самое главное, естественно, была идея, чтобы он кланялся снова. Понятно, прошли времена, понятно, уже там форма и конструкция. И благодаря руководству завода Фрунзе, я вам честно скажу, мы провели испытания, не все так там плохо. Я могу сейчас,
ну, не голосовым сказать, что в ближайшем будущем, возможно, в следующем году, кот снова осенью будет радовать сумчан. Не зря памятник Лужбы там появился. То есть мы хотим все-таки появился Михаил Афанасьевич у нас, скажем так, в памятнике камня Лужбы. Мы хотим, чтобы кот снова ожил в новой жизни. Я буду все для этого делать. Это благородная задача. Какую машину, какая машина, вот я знаю, ты ездишь здесь на Субару, да? Для меня много марок автомобилей перепробовал. Не хочу никого рекламировать, никакую марку. Почему? Потому как надо к машине лежать душой. То есть много. Сейчас, мы уже после Таврии поняли. Сейчас на Audi, допустим, езжу и понимаю, что Audi действительно сейчас за последние года вырос уровень. Машин было много и, знаете, та лучшая марка – это любимая машина, которая твоя. Кто-то ездит на Таврии, она для него самая любимая, она лучше. Кто-то ездит на Жигулях, она самая любимая, лучшая. У меня были все машины, ну, много марок было машин. И я сейчас вспоминаю свои Жигули семерку, на которые я садился, и мне сейчас этого чувства не хватает, любви к машине. То есть, возможно, спустя уже, потому что попробовал много машин. Ну, и вот Жигули свои вспоминаю, там, с любовью, там, BMW когда-то была, там, такая спортивная, тоже вот, знаете, как, у каждой машины свои ассоциации. Это, как, наверное, как женщина, да? Для мужчины машина, как женщина. Я только хотел сказать, она должна прежде всего понравиться, чтобы ты ее купил. Да, индивидуальные воспоминания. Если она тебе понравилась... А жена к машинам не ревнует вас? Ревнует. Действительно, даже, ну, спорт, автоспорт занимает много времени. И в летний период, когда ты приходишь с работы уставший, там, надо хоть по чуть-чуть уделить внимание ребенку, да, а потом на выходных едешь на соревнования. А когда ты дома, да, естественно, как любая нормальная супруга, она переживает и хочет больше времени проводить. Но... А ты с машиной разговариваешь? Только шепотом, да? Не разговаривал бы, если бы воспринимаю все-таки как техническое, ну, назовем так, не как живое существо. Однозначно, вот, но с уважением отношусь. Понятно. С уважением отношусь и в любом случае стараешься за машиной. Ну там на соревнованиях. Ну что, там, Маруся, Галя, помоги. Давай. Вынеси. Давай, родная. Давай. Естественно, такие реплики такие есть, но... Есть, ну я же говорю. Не, ну это не значит, что тебе нужно обращаться. Да. Я так думаю, что в принципе... Нас, держи. Ну что, у нас журналисты с компьютерами разговаривают. Любой водитель, он все равно со своей машиной. Здравствуй, родная, вот пришел. Все, пока, спасибо. Ну имени нет. Вот я задумался об этом сейчас, водитель. Имени у машины с паркетом нет. Так, кстати, Илье получится на всю команду. Да. На всю больно можно. Так, ложку. Так. Оливье по-сумски. И понесем с этой маркой. Разложим. Сказочное оливье. Я достаю. Сказочное оливье. Хорошее. Нашего партнера продукт. Я думаю, что... Так, нам майонез еще нужен, да? В холодильнике. Под оливье. Большая упаковка. Так, сельское пиво выпадает. Надо удержать. Хочет уже. Конечно, конечно. Вот. Если пиво не псевское, значит пиво никакое. Ура! Встречаем вас с праздниками. Да, да, и наступающими тоже. Да. Новый год теперь по китайскому календарю. 23 февраля. День влюбленных. Хотелось бы все-таки сказать и вам пожелать, и сумчанам пожелать, чтобы праздники были чаще. Не в семьях, знаете, как в коллективах и по других. И мы жили в душе действительно с теми веселыми эмоциями, которые мы хотели бы и передавали нашим окружающим. Потому как без улыбок, без радости, без нормального настроения никакого развития не будет. Будет только деградация, злость. Мы полностью согласны. Аннулируем. Так что с этим пивом однозначно будет только радость. Правильно? Абсолютно. Пиво так. Действительно хорошее и живое. Крепились? Так. Ну вот теперь самая главная задача. Картошку вот. Ты еще говорил, что раз в недельку в футбол играешь. Ну да. Сейчас посмотрим, как ты будешь мешать это все. Так, чтобы было удобно. Это самое тяжелое. Это занятие такое. То есть можно по пиву посмотреть, как мужчина работает. Да. Ну теперь же мы ж... Как мне сейчас не хватает моей супруги рядом. Можно сделать. А Настя не поможет. Добавляй, потому что сухо. Идет насухо. Идет сухое, да? Что? Ну, в крайнем случае, колбасы здесь не пожалели.
В смысле у вас, Сан Саныч? Ну я понял. Укропчик добавить? Не надо. Укропчик добавить туда, нет? Сверху. Да, сверху красим. Давайте, так что, так, ваша любимая... Держи. Не, сухое зелье, это же любимая тема. Хорошо. Вы же ее сегодня кушать-то будете. Я просто не знаю, какое количество зелени. Я бы делал много, я и сделаю много. Так, это мы выбросим, потому как супа нет. Вот, все красивенько. Угу. Годом запахло. То есть, кто пиво принял, на снаряд. После пива, я думаю, что вряд ли это надо. А, кстати, как вы со спиртным дружите, учитывая, что вы часто за рулем? Наверное, нет, да? Не пил алкоголя. А, вообще? Вообще. Ничего себе. Я сила воли. Последний год, знаете, как говорит, мы встречаемся, компания говорит, да я там уже там, 2 года не пью, а там год не пью, она говорит, я 30 лет не пью. Знаете, как все так смотрят, говорит, ну действительно, алкоголь как-то не задался в моей жизни, и вообще алкоголя, даже не скажу, даже что... Даже пиво, да? Ну вот, прикупить, естественно, однозначно могу. Последний год, могу сказать, что где-то там на Новый год могу прикупить там шампанское, либо там вот, там чуть-чуть какого-то другого напитка. Винца, ну, там, не более, да? того, это последний год. Год назад я даже вот предлагали тебе застолье в разных компаниях, был, говорит, извините, я не пью вообще. Вот алкоголь. Я кайфую от другого. Я, говорит, не пьешь, там нет, говорит, как ты этот, расслабляешь? Я не напрягаюсь. Да? Все-таки какая-то сказочная религия, правильно? Да. Да. Что мы должны да. сказать? Что в сказке все самое главное? Счастливый конец. Фу. Да. Совершенно верно. В сказке самое главное – доброта. Веселый, в крайнем случае. Совершенно верно. Потому как добро побеждает зло. И вот мы сейчас с вами сделали сказочное оливье. Отлично. Улыбающееся оливье. Сказочное оливье. Не хочется его вообще и... Ну надо. Надо. Ну давайте. Даме надо предоставить правильно право. Да. Сейчас мы посмотрим. Все, глазки, конечно. Сразу в глаз. Вот что женщина хочет? Сразу в глаз, правильно? Попасть в глаз. Так. Запах укропчика. Прошу. Спасибо. Пробуем? Да. Приятного. И вам. Пробуем. Сумское, точно. Замечательно. Я впервые ем оливье без лука и морковки. Вот я на нашей Класс. Кухне много чего открываю для себя нового. Да, у нас вообще часто без морковки. Ну что? Класс. Мне понравилось. Мне тоже. Рекомендуем салат старый добрый Лысого. Сан Саныч, наверное, время подарить гостю подарок. Да. Вот это номер. Не запланировал. Это просто шикарный номер. Вот. Там сельское, само лезет в руки. Сельское пиво. Главное, что оно не упало, чтобы поймали его. Потому что оно живое. Потому что оно живое. И оно знает, куда идти. Сегодня поэтому сегодня принимайте подарочек от нашего спонсора. Езда. А с пива? Ну, да. Надо же ответный ход конем, правильно? Мы за. Не с пустыми руками подойти. Ух ты. Набор. Что на кухне? Это соусный набор. Я думаю, у вас в следующий год это будет такой же, ну не знаю, там китайский, не грязь, как вы сказали, как обследовать. Но соусы нам применять. Вот специи, соусы. В азиатской кухне их очень много. И надо их немножко в украинскую приобщать. Мы полностью согласны. Спасибо. Класс. Сейчас мы покажем. Очень подойдет к нашему зеленому цвету вот. Кухни. Вот. Спасибо. Спасибо вам за то, что пришли, за то, что нас накормили и рассказали, поделились своим новым секретом. Спасибо большое за то, что пригласили. Самое главное, хотелось бы сказать, что действительно вот больше у людей было времени, возможности плодотворно работать все на кухне. С таким, собираться за одним столом. Собраться да? с одним столом. Поговорить. С семьями, домами, знаете, давайте дружить домами, с всеми странами, районами, городами. Надо все меньше разобщать, надо больше объединяться и стараться жить действительно вот в этом конструктиве.
который мы можем с вами предложить, и я как депутат Городского совета должен и обязан за определенный округом отвечать. Я самое главное скажу, что вот больше этого счастья в наших семьях, больше просто доброты, и все у нас будет. Украинцы очень трудолюбивая нация, сумчане тем паче, и вот самое главное не мешать им. Не мешать — это самое главное. На этой хорошей ноте мы и заканчиваем нашу передачу. И я напоминаю, что у нас сегодня на кухне был Вадим Лысый, который является депутатом городского совета, а также возглавляет Сумы Коммунинвест, коммунальное предприятие, и самое главное, наверное, по нашему разговору это понятно, является главой Федерации автоспорта Сумщины. Очень были рады. Самый быстрый сумчанин. Да, прозвище рады вас видеть. И партнер нашей программы Мебелі Фокс, и партнер показу АС Пиво. Залишайтесь с нами. Щасти вам.